Здорово, на канале 24, ребят. Сегодня очередной обзор мода, который называется у нас Renault Clio Simbo. Реношка. Опять автомобиль. Сегодня опять мы рассмотрим автомобиль. И сегодня мы его опять рассмотрим автомобиль. Сегодня мы опять в ЕДС-очке. И давайте смотреть, что это за Simple. Интересно. Ах. Сопоставляется у нас вот так вот. Практически голым. Не хватает пару бамперов. ФРС, ну понятно, возможно, что опять звук типа такого. Шасси у нас низко, жопа и так. Я понял. Двигатель 65-170. Пусть 170, посмотрим. Трансмиссия 6 передач с ретардером. Чё, ёп. Возможно, описание коряво. Какой нахрен ретардер? По интерьеру. Трин у нас пусть на одном интерьере, потому что этот мод хрен знает, может вылететь. Поэтому вы сами уже там попробуйте. По интерьеру что могу сказать? Во-первых, то, что вот это, что это за фигня? Текстура какая-то. По сиденьям, в принципе, как бы сказать, 50 на 50 нормально вроде как. Здесь, к сожалению, пиксели. Она видна, вот, видите, пиксели. Руль вроде нормальный. Я чувствую, что они заниматься будет только поворотник. Потому что это из этого. По покраске. Покраска здесь стандартная. Белый, синий. Пожалуйста. Любой цвет. Скинов нет. Добавление бамперов. Теперь мы смотрим. Можно добавить различные бампирейшн. Бампирейшн можно добавить. Также номерной знак. Потом фары. Ну, фары так фары. Наверху пилот, понятное дело. Сзади тоже можем спойлер. Здесь какой-то значок. Или что это? Вот бат. Бампера сзади. Пусть будет такой. Здесь что? Это что? Подкрылки что ли? А, ну типа этого, я все понял. Внутри. Что-то он сразу залагал. Интересно. Ноутбуки, кружки, сумки. Это будет так обалденно просто. Ох, как класс. Все через текстуры, блядь, видно. А что так сиденье близко сделал, мне понятно. По первым впечатлениям могу сказать то, что, к сожалению, не сильно мне прям вот что-то вдохновляет. Почему-то. Почему-то не знаю. Почему, но не знаю. Есть, он может исправиться. Я про данный мод все это, если вы не понимаете. Про данный мод говорю, то, что есть, может исправиться, это чем? Правильно, анимациями. Тогда я уже возьму другой процесс, другое соображение уже про данный мод. Во-первых, мне не нравится, почему так сиденье как-то, блин, непонятно. Как-то непонятно. Блин, как-то непонятно. Заводим, слушаем. Ох, как классный звук, обалденный просто. Как вы задолбались с этим звуком, ладно. Даже анимации поворотников нету. А, есть анимация поворотников. Вот такая, смотрите. Классно. Классная анимация поворотников. Ох, обоссаться просто. Ясно. Анимация света. Нет анимации света. Стоп-сигнал. Работает. И то в текстурах, блин, проваливается. Дворника нету. Есть свет. Очень, во-первых,
тусклый. Это что, картон или что это? Вот это вообще, это походу картон ставлен. Стрелки, наверное, анимированы. Да, анимированы. Охренеть просто, это что жестко. Анимация стекол. А все могло не быть, анимация стеклами исправится. Поехали. Коробка не анимирована. Ну, во-первых, что могу сказать про данный мод? Есть большие косяки, к сожалению. Это, во-первых, приборка картонная. Но нам видно, что это картон. Это раз. Нет анимации дворников. Поворотники есть. Это самый классный момент, когда делается анимация поворотов. Вы видите. Нет анимации стекол. Сиденье непонятно. Почему так прям близко так поставил? Что-то интересно. Что могу сказать еще? Как бы стоп-сигнал провалится, текстура. Это раз. Из плюсов я могу сказать то, что различные бампера и подвеска. Это что могу сказать из плюсов? То, что можно выбрать. Из минусов услышали. Очень много всех этих минусов. Пиксели, тем более, я забыл сказать. Ну вот это вообще прям, ну оно вообще, вот оно видно, что сразу вот... Допустим, в сравнении с Пассатом, хер с ним, с Пассатом там не было анимации поворотников, дворников и так далее. Зато там приборка классная была. Вот. Очень хорошая приборка была. Не лагал. Нормально все с ним. Это тоже не лагает. Но вот здесь приборка, это вообще прям что-то новое просто. Поставил, блин. Может быть, это первая версия, как бы, но надеюсь, что они... не последняя, да? Надеюсь, что он перезапустится и обязательно сниму повторное, да? Что изменил, если он сделает. То есть, интересно тоже. Не знаю, что сказать. Такой интересный модик. Очень интересный. Но все ссылки будут, понятное дело, в описании. Скачивайте, если захотите. Но я бы лично не рекомендовал бы такой мод. Почему? Потому что я объяснил то, что некие проблемы есть, надо исправлять, так сказать. Вот так вот скажу. Некие проблемы есть. А так, в принципе, неплохо. Плюсы, скажу, что есть различные бампера, можно выбрать, и шасси. Из минусов, к сожалению, у него много. Это первоначально. Первое, это то, что попадается в глаза. Это приборка картонная. То есть нет анимации поворотников. Есть анимация. Наоборот, есть анимация поворотника. Стоп, подожди. Не, это типа так ставлено. Я понял. Сделать его немножко получше. Немножко. А, заводка ключа даже есть. Ну, хоть что-то исправляется. Ладно, с вами канал D4. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, буду очень благодарен. Если хотите, то скачивайте данный мод. Поэтому, пока.